Dostlar, Umay, Kav, parmanı var, bırak sonun var mı? Biz O biliktin solgana aytalatını. Başka eşkanday argumentleri jok. Mınau özleri aytı. Estiktin memlekettim. Sışışı gazıdarsı dedi. Al endi özleri estiniz kemey. Olkau. Jene keren memleket bolu atır. Halık eşbir janağa dausın şıgar almay. Barlığımın dausın bas tastağan. Endi biz karab atırmız. Mine halıktın dausın şıgarmay. Ana baylıktın bärin özleri biliktin janında jürgen az gana adam solar kaltalarını tırıp şıgarıp jatır. Al endi mınau analardın meselesine karjı bölü kerek dese akşa jok deyip büdjette. Veterandardın meselesine karjı bölüngdir dese kaytadan akşa jok deyip oğan. Halık künnen künge kedeyşilikke batıp bara jatır. Tağı da bir 10-20 jıl ötetin bolsa halıktın bärı kayırşı bolıp kalatın boldı. Karajat'tan barılığı yok deyip. Al endi biz çıkıp osu meselelerde hükümetke aytayın desek, bizden zanındık kukuklarını taptamandır. Osu alumettik meselelerde şeşindir. Adiletlikte ornatındır desek, olar olsa bizde tındağı sikemey. Barlık jasayalatını ketin, barlık jasayalatını kelip polisiyemen nemese jana basa gök deyip kirip, Kazakstan'nın azamattarının kuğun Buzat, tek kana son kana bilet, bilik. Ben oylayım, kazır halık özün dalsın şıgarına vakit geldi. Bunların nesine karab oturatın janağa vakit çok. Bärimiz erkekmiz, bärimiz osu eldin balalarımız. Bunlardan korka beretin vakit öttü. Bunlardan tek kana talap etu kerek. Sırap, alakan jayudun vakti öttü. Endi tek kana bunlardan talap etemiz. Adiletlikti ornatsın. Мынау әділеттікті орнатсын. Әділеттікті орнатсын. Әділеттікті орнатсын. Әділеттікті орнатсын. Ел тірегі алға. 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 Adaletlikte ornatsın. Adaletlikte ornatsın. Adaletlikte ornatsın. Adaletlikte ornatsın. Biz endi osı mınau bizde konstitutsiyada jazılgan 32-nci babı konstitutsiyanın sol yerde jazılgan Kazakstan azamattarı beybit jıyınğa, beybit şerulerge jıynaluğa hukuku bar dep jazılgan bizdin konstitutsiyada. Оны мына құқық қорғау органдары барлығы білу керек сол өзіміздің еліміздің конституциясын. Ал енді сол конституцияны қазір өрескелі бұзып бізге жиналуға осындай бейбіт жиналып өзіміздің дауысты көтеруге, осы дауысымызды айтуға бұлар кедергі жасап отыр. Мен ойлаймын, бұған біз жол бермеуіміз керек. Бұлар біздің құқығымызды таптап отыр. Сол құқықты таптатуға жол бермейміз. Жол бермейміз. Жол бермейміз. Ел тірегі алға. Не поступало. Прошу вас разойтись. Предупреждаю вас. Действие является незаконным. Мурат Мухамеджановка. Беруге рухсат этниздер. Уважаемые. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шумахабы болсын. Амин.
уважаемые ветераны, уважаемые граждане Казахстана, мы должны поддержать наших многодетных матерей, должны поддержать наших инвалидов, должны поддержать наших матерей-одиночек, которые воспитывают детей сами самостоятельно, должны поддержать наших военных, которые не имеют жилья, которые более 15 лет ждут этой квартиры, земельных участков. Должны поддержать наших ветеранов боевых действий на территории других государств, которые умерли, которые погибли. Их семьи должны получить законный статус, который должен располагаться на их членов семьи, на их детей, на их вдов. Очень много ветеранов умирает, не получают их семьи земельные участки, квартиры. А также, я считаю, мы должны повысить наше госспецпособие. Вот эти 14 тысяч смешные спецпособия должны повысить до 80-90 тысяч тенге. Наши ветераны заслужили. Поддерживайте! Поддерживаем! Уважаемые ветераны, мы должны защиту стать наших территорий. Сегодня 56 китайских заводов. Вы видите, строятся на территории Казахстана. Я считаю, что мы, ветераны, должны защищать нашу территорию, нашу землю. Никаких китайских заводов на территории Казахстана. Поддерживайте! Еще раз хотел бы обратиться к руководству страны. Необходимо наших политических заключенных, Маргула Буранбай и многих других, которые сегодня преследуются, я считаю, по необоснованным фактам, должны освободить. Поддерживайте! Уважаемые ветераны, сегодня партия ЭТРГ, которая сегодня поднимает вопросы социального обеспечения всех граждан, всех категорий, малоимущих, людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, люди, которые сегодня хотят официально зарегистрировать свою партию в Министерстве юстиции, уже 8-9 раз не могут подать уведомление и не могут зарегистрировать. Подается уведомление, но и регистрации нету. Какие-то мертвые души, какие-то иины непонятные. Я считаю, что министр юстиции Бекетаева в отставку, министра юстиции, поддерживайте. Уважаемые ветераны, уважаемые граждане, сегодня, я считаю, должны быть еще раз права людей с инвалидностью защищены. Это главный вопрос. Мы, ветераны боевых действий, у нас есть тоже категория ветеранов, которые получили ранения, увечья, которые являются инвалидами, которые не могут встать, которые не могут прокормить свои семьи. Поэтому государство должно обратить внимание. Вот эти вот правоохранительные органы, которые сегодня стоят, они завтра могут оказаться в таком же положении, как и мы. Поэтому я еще раз хотел бы обратиться к правоохранительным органам. Будьте мудрее и умнее. Не надо идти против своего народа, против своих ветеранов. Вы сами завтра станете ветеранами, как мы. Поэтому будет потом стыдно в глаза нас смотреть. Еще раз говорю, мы с партией ЛТРГ до конца. Партия ЛТРГ защищает интерес всех граждан. Здесь с нами стоит один человек. Иди сюда, Сахал, иди сюда. Я хочу дать ему слово. Салам алейкум, халкым. Қалайсыздар? Келтірегі алға! Келтірегі алға! Келтірегі алға! Келтірегі алға! Мен... Келтірегі алға! Мен Түркістан қаласына келіп отырмын. Мен ұлымды 20 ноябрь өткен жылы бекерден бекер, айыпсыз, дәлелдемесіз ұстап 4 июн күні осы Шымкент қаласында 11 жылға қамады. Наркотикпен 11 жылға 20 жасар баланы бекерден бекер 11 жылға. Білесіздер ме, біздің осы ішкі істер нелерімізді ұстап алып. Басында 296-ында 3-те берді, кейін 296-та 4-те берді, 297-те 3-те қосып берді. Распространение не деп. Оның наркотик емес, оның несі емес. Ол басталық сетіп атыр. Біз дәлелдеп бердік сотқа. Сот бізге, бізге қарамады. Бір жақта ма? Соларға біздің біз, Қазақстандық соттың не емес екен, честі емес екендігі білініп қалды. Олар бізге, біз жаққа қарағанда жоқ, негесі менің ақшам жоқ, ішінесем жоқ, оған бере алмадым. Сондықтан шығар. Көрдіңіздер ма, қандай не болып жатыр. Мен бүгін бар жерге кірдім, МВД-ға кірдім, МВД-де қарамаймыз деп айтты. Тек прокуратурада ғана мені жайымен жазып алды. Бұл, басқа еш жерге қараған жоқ. Сондықтан біздің мемлекетті жаңағы ертерегі ертерегі алға ертерегі алға ертерегі алға ертерегі алға ертерегі алға ертерегі алға.
Ел тирега алган! 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 Предупредите их, чтобы не реагировали. Все у них. Они специально делают. Ел тирега алган! 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 Заңсыздыққа жол жоқ. Иә, заңсыздыққа жол жоқ. Заңсыздыққа жол жоқ. Жемқорлыққа жол жоқ. Уважаемые граждане, уважаемые граждане. Вы знаете, как нас на Дальней поиздевались в Западно-Казанской области военкомат. Облвоенком Западно-Казанской области должен уйти в отставку. В отставку! В отставку! Военком! Военком! Западно-Казанской области, полковник Одержанов. Зная о том, что наши ветераны больше года не могут получить статус, держат документы, и после нашего выступления сразу же 4 ветерана Нагорного Карабаха получили статус ветерана. 3 ветерана Таджикабаса получили статус. Над нами издевается. Я считаю это неправильно. В отставку. Никома, Казанской области. Никома, Горного Карабаха, в отставку. Да. Документы, которые делают, они неправильно. Удостоверение. Поэтому еще раз хотел бы сказать, тоже не выдают статус наших ветеранов. Дальше. Депутаты, депутат Мажилиса парламента Айкын Кадыров, спикер фракции Народной партии Коммунистов, Народной партии Казахстана, бывшие коммунисты КНПК Казахстана.